ходи мой шаурма. Если хочешь кушать, а ты ходи мой шаурма. Если ты голодный, ман, то ходи мой шаурма. Шаурма, шаурма, самый лучший в мире, да. Шаурма, шаурма, приходи ко мне, накормлю тебя. Ай, оу, ай, оу, шаурма уже готов. Ай, оу, ай, оу, шаурма уже готов. Шаурма, всегда очень вкусный, может быть с корейской морковкой или капустой. Обязательно в шаурме должно быть мясо, курица, свинина, говядина или баран. Не будет шаурма, если не будет лаваша, это еда для всех, старшаются и малыша. Ешь не спеша, ешь не спеша, шаурма платит намного вкуснее беляша. Есть соус, сравнивать есть беля кебаб. Мой шаурма только для красивых баб, для мам и баб. Их детей, есть шаурму всегда и везде. Каждый день делаю ее для людей, каждый день свежей, каждый день вкуснее. Ешь новую шаурму всех дней в неделю. Лучше шаурму, чем я, никто не делал. Если хочешь кушать, брат, приходи мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи мой шаурма. Шаурма, шаурма, самый лучший в мире еда. Шаурма, шаурма, приходи ко мне, накормлю тебя. Ай, оу, ай, оу, шаурма уже готов. Ай, ой, ай, ой, шаурма уже готов. В моем нарке поклоняются шаурме. За вкусную еду деньги платят мне. Любимую работу делают души. Шаурма еще можно положить в рис. И если кто захочет, добавлю сыр. Шаурма популярный на весь мир. Еда, что стоит, совсем недорого, зато очень вкусный, начинка много. Не жалей гривна, не жалей доллар. Купи шаурма, если ты голодный. Но холодный шаурма есть не нужно. Горячим кушать намного лучше. Работа тяжелая, с ночи до утра. И каждый мой брат, и каждый сестра. Не хотят чебурек, не хотят пахлава. Им нужна только моя шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи мой шаурма. Если ты голодный, брат, приходи мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи мой шаурма. Если ты голодный, брат, приходи мой шаурма. Шаурма, шаурма, самый лучший в мире еда. Шаурма.